Работает Кузьмаш сейчас? Нет. Но известно точно, что большинство площадей представляет вот это вот. Либо небо. Все площади Пензмаша, которые расположены на почве. Ну и там еще, естественно, внутри есть большая территория. Вот настоящий Пензмаш. А это настоящий электромеханик. Какая-то часть его работает, а это вот идет новые корпуса, которые хотели пустить в эксплуатацию. Вот так вот. То, что делали на Пензмаше. Сторона Пензмаша. Там, где когда-то делали Катюши, теперь ремонтируют покрышки. Вот так вот.